СССР. Ведь уже тогда в Америке понимали, что преимущество в количестве будет на стороне противника. И теперь Украине предстоит использовать изделия, как говорится, по назначению. Однако правозащитники и некоторые страны, такие как Великобритания или Испания, уже успели осудить передачу кассетных снарядов Украине. Дело в том, что их использование запрещено конвенцией от 2008 года, но среди подписантов не значатся ни США, ни Украина. Так что юридически все законно. Да и не стоит забывать, что сама Россия начала стрелять кассетными снарядами по Украине с первого дня полномасштабной войны и делает это до сих пор. Human Rights Watch документировала применение российскими войсками кассетных боеприпасов с первых часов их вторжения в Украину, в том числе во время одной из самых смертоносных атак российских сил на мирных жителей на вокзале в Краматорске. Главной проблемой эксперты называют не разорвавшиеся заряды из таких боеприпасов. Разлетаясь на большие площади, некоторые из них не детонируют и долгие годы представляют угрозу для гражданских. Но с тем количеством мин, которые наставили россияне в Украине, с тем количеством кассетных снарядов, которые были запущены со стороны РФ, наши земли все равно ждет тщательное разминирование. А главная задача на сегодня — земли эти вернуть под свой контроль. В Российской Федерации, например, вот эти боеприпасы, это снаряд, он разлетается на суп-боеприпасы, и там процентное срабатывание порядка 40. В Соединенных Штатах он 2-4, но вот там, где 4% несрабатывания, нам давать не будут, потому что это старый, во-первых. Во-вторых, это загрязнение нашей же территории мины. Не добавлять работы саперам решили и в Вашингтоне. Поэтому спикер Пентагона подчеркнул, что снаряды 70-х, 80-х годов передаваться не будут. И это тот случай, когда Украина получит действительно лучшее, что есть у США по этому виду боеприпасов. У нас есть несколько вариантов кассетных боеприпасов. Те, которые мы рассматриваем, не включают старые варианты с коэффициентом неразрыва, который превышает 2,35%. Мы знаем отчеты десятилетней давности о том, что некоторые кассетные снаряды калибра 155 мм имеют более высокие показатели неразрыва. Поэтому мы будем тщательно отбирать снаряды с более низкими показателями, касательно которых у нас есть данные недавних испытаний. Вторым важнейшим моментом касательно кассетных снарядов является место, где их допустимо использовать. Министр обороны Алексей Резников уже заявил, что боеприпасы не будут применяться в населенных пунктах и ими не будут стрелять по территории России. Также места применения будут документироваться, чтобы после войны эти территории стали приоритетными для разминирования. Но наши военнослужащие будут использовать эти боеприпасы только там, еще раз акцентирую, где нахождение гражданских полностью исключено. Это там, где российская линия обороны, российские укрепрайоны, доты, траншеи, линии, вот эти вот укрепления, они, может быть, по 20-30-40 километров в глубину, вот там это будет использовать. Агонией и военным преступлением назвали передачу Украине кассетных снарядов в Кремле. И это после того, как российская армия с помощью своих кассетных снарядов стирали с лица земли Мариуполь, Бахмут, Рубежная, Марьинку, Угледар и другие украинские города.